Приветствую вас. Вы знаете, мне кажется, что все несколько менее сложно, чем вы написали. Я поясню, почему. Момент заключается в том, что вы как бы ориентированы были на других людей изначально. И никогда не были ориентированы сколько-нибудь на себя. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Значит, это неориентированность на себя, это неориентированность на себя, она привела к тому, что вы, ну не знаю, как бы так сказать, вы считали, точнее, что единственное, нормальное отношение, взаимодействие с людьми, это когда вы там, под них там, допустим, ну, грубо говоря, прогибает. И так было, в принципе, довольно долго по времени. Вот. Пока вы не встретили вот свою девушку, я так понимаю. С ней вы почувствовали, что может быть как-то иначе, с ней вы почувствовали, что может быть как-то по-другому. Вот. Ну, увидели, что может быть как-то иначе. Вот. И прочувствовав это, ощутив это, вы стали существовать только вот такой жизнью. То есть одну эмоциональную зависимость вы, на мой взгляд, сменили, значит, другой. Так мне видится ситуация. Вот. На данный момент, по крайней мере. И, в общем-то, когда она от вас ушла, когда вы расстались, кстати, а из-за чего и почему вы расстались, это вообще несколько, мне кажется, отдельная тема для разговора. Вы так не считаете, как бы, ну, то есть вы не считаете, что надо бы проанализировать, почему вы разошлись, и, быть может, все еще вернуть можно. Вот. А когда вы раньше расстались, то вы просто увидели, что, как бы, кроме людей, да, то есть помимо людей, вас больше ничего не определяет, к сожалению. Вот. Вообще ничего не определяет, вот от слова совсем. Вот. Понимаете, какая история. Вот поэтому у вас и пустота.
вместо своих чувств, своих эмоций, своего жизненного смысла, своих целей. У вас все другое. У вас цели, смысл и все такое исключительно других людей. И упирается у вас все в других людей. Потому что вы зависимы от людей. То, что вы говорите, вот, что я там терпел всю свою жизнь и считал людей другими, ну, лично я вижу в этом только то, что вы считали других людей недосягаемыми для себя. То есть вот есть другие люди, они где-то там, они большие, они сильные, они хорошие, они все знают, вот. А я, соответственно, я вот ничего не знаю. К примеру. Я не говорю, что это обязательно так, то есть тут возможны какие-то варианты, очевидно, возможны какие-то варианты, другие, вот. Но в целом мне кажется ситуация вот такой, в целом мне видится такая что-то, именно в целом. Вот. То, что вы чувствуете себя мертвым, это, в общем, я понимаю, это очень неприятно, но это закономерно, потому что, как бы, вы, ну, вы действительно не чувствуете себя, вы действительно не ощущаете, вы действительно нет эмоций своих, это правда, у вас действительно нет эмоций. Потому что все эмоции были у вас связаны непосредственно только лишь, как бы, ну, с людьми, все эмоции у вас были связаны непосредственно с окружающим. Вот. Но никак не с самим собой. Самого себя вы, на мой взгляд, только и делали, что обесценивали всегда и всю свою жизнь. Косвенно, на это указывает то, что вы свой вот предыдущий вопрос позиционировали как запрос на победу пустоты. Победу пустоты. Не раскрытие пустоты своей, не раскрытие ее, а победу. Понимаете? Победа должна быть. То есть победить. Победить значит подавить. Победить значит обесценить. Правильно же? Скорее всего. То есть вы считаете, что пустоты вашей пустоты вообще говоря быть не должно. Ну вот так мне видится, по крайней мере. Так мне видится. А на самом деле она должна быть, она всегда с вами. Просто вы считаете, что ее быть не должно, вы считаете, что должно быть по-другому, и вы не принимаете ее, мою пустоту, вы не принимаете. Вы тяготитесь ею. Потому что вы не знаете самого себя. Потому что вы не знаете, что. Что вы, к примеру, из себя сами представляете. Именно с этим и нужно работать.
Понимаете, какая штука? Вот. Именно с этим и нужно работать. Нужно работать с тем, чтобы понять себя, чтобы исследовать себя, чтобы разобраться в себе, чтобы ценить себя, чтобы заниматься тем, что вам хочется, тем, что вам интересно, например, тем, что вас привлекает. Знаете, какая история? Вот это важно. И только тогда вы сможете все это пережить. А для этого необходимо уметь слышать свои чувства. И не только уметь их слышать, не только уметь слышать свои чувства, но и позволять им быть. То есть позволить своим чувствам находиться, позволить своим эмоциям иметь место. Вот. А сейчас... как бы этого не происходит. К сожалению, вы обесцениваете себя. Что еще важного хотелось бы отметить? Хотелось бы отметить, что вами не ставится никакого вопроса к психологу, в принципе. Вот в принципе никакого запроса к психологу не останется. То есть, что вы хотите от психолога, непонятно. В чем помощи вы ждете от психолога? Непонятно так? Хотя это очень важная история, очень важный все моменты. Вот. И я хочу, чтобы вы задались этим вопросом. Я хочу, чтобы вы ответили себе на этот вопрос. А что же я хочу от психолога-то, собственно говоря? Что мне нужно от психолога, собственно говоря? Понимаете, какая штука? Это важно. Это важно для нас, это важно для вас. Вот. Еще один не менее важный аспект заключается в том, на мой взгляд, что вы как будто общаетесь ну, с кем-то. Вот. То есть, такое вот у меня такое впечатление возникло, что вы с кем-то общаетесь. Вот. То есть, такое впечатление, что... вы говорите, вы правы, вот. Но кто именно прав, извините, я не понимаю, да, то есть как бы, ну, с кем вы ведете диалог, с кем вы ведете общение, не очень понятно, вот. Поэтому, на мой взгляд, это то, что также нуждается в корректировке. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Значит, в принципе, на этом все, наверное, можно было бы закончить мой ответ. Но
понимаете, они, как вы пишете, да, вот у вас, как бы, позиция какая, что есть, есть я, а есть они, и что они, безмерно далеки от меня. Вот. На самом деле, это, конечно же, не так. На самом деле, они, вот эти самые они, такие же, как и вы. Просто, в отличие от вас, именно в отличие от вас, они не запрещают себе выражать свои чувства. Условно говоря, они более, ну, более раскрепощены, скажем так. Да, они более раскрепощены. И этот момент, то есть они более раскрепощены, конечно же, вас, ну, в известной степени стяготит. Вряд ли, ну, вряд ли могло бы быть по-другому, да? Вот. Я бы сказал, что это нормально. Но, несмотря на то, что вас это годит, несмотря на то, что вам кажется, что все же вот они другие, на самом деле они не другие. На самом деле они абсолютно такие же люди, как и вы. Но это установка, что другие люди чем-то сильно, прямо очень сильно отличаются от вас. Эта установка, она, конечно, очень сильно вам вредит. Вот, и мне бы хотелось бы помочь вам ее исправить, если вы, конечно, позволите нам это сделать. То есть, если вы, ну, позволите нам вам помочь. Вот, потому что, ну, я не знаю. Вы задаете второй вопрос, там вы вроде бы сделали лучшим ответ коллеге, но почему-то с коллегой не работали, вот, то есть как бы ваш настрой по поводу работы с психологом, да, он вызывает вопросы, к сожалению, вот, поэтому я не знаю, насколько вы готовы, но помочь вам можно, если вы сами, ну, готовы над собой работать, если вы сами готовы меняться. Поэтому я отчасти и говорил, что так важно понять, какой помощи вы хотите от психологов. Какая помощь вам нужна, в чем нужна вам наша помощь. Понимаете? Вот.
Потому что в противном случае мы вас просто вот спасать будем. Спасать вас — это прямой путь к тому самому вашему состоянию, вот, в котором вы оказались. То есть это состояние, оно такое, достаточно негативное, да, оно такое достаточно безвольное, да, оно с таким сильным ощущением, что от вас вообще ничего не зависит, вот, что вы вообще говоря ничего не можете, вот, что вы, значит, ну, ни на что не способны, вот, ну и прочее. Вот. Такой момент я бы не хотел, чтобы так было, вот. Поэтому давайте все-таки мы с вами вот по возможности, да, по возможности, все-таки поработаем над собой, да, и совсем разберемся. Ну, вот так вот. Я уверен, я убежден в том, что все можно решить, если есть желание. Вот, мне кажется, что у вас такое желание есть. Вот. Так что давайте будем, соответственно, работать. Вот, и, ну, я полагаю, что обязательно будет результат. Вот. И, возможно, изменившись, вы и перед своей девушкой предстанете совсем в другом свете. Вот. Возможно. Я не говорю, что это обязательно так, но возможно. Так что обращайтесь за личной консультацией, Артём. Будем мы работать и помогать вам выходить из этого состояния. Вот. Ну, а я вам на этом желаю всего самого доброго. Я вам желаю удачи, я вам желаю выбрать себе специалиста, я вам желаю успехов, вот, и надеюсь, что ситуация обязательно исправится, выправится, точнее. А если у вас остались вопросы дополнительные ко мне, вот, по моему ответу, например, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился
мой ответ. Я буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вот. Подумайте над своей вторичной выгодой такого состояния. То есть, возможно, вы для чего-то хотите в этом состоянии находиться. Вполне нормально. Всего вам самого доброго и удачи.